Клаун Хаус представляет. И мы продолжаем с тобой играть в красного шарика, помогать ему на этой вот этой страшной мрачной фабрике. Мы с тобой остановились на 34 уровне. 3-4. Продолжим. 3-1-2-3. 3-2-1. Вперед! Так. Ага. Так. Тут у нас получается... Нужно, наверное, прыгнуть. Опа! Есть! Перелетели. Ой-ой-ой, этот страшный. Вот этот страшный с красным глазом мне не нравится совсем. А, вот как его нужно было победить. От него нужно было убежать. Так, ну что, продолжим собирать звездочки. Есть! Прыгаем. А, это лифт. Ой, а он обратно, что ли, опускается? Стой! Это как мне нужно так рассчитать, чтобы и лифт далеко не уехал? Опа! Повезло. Какой этот коварный 34 уровень? Мы на нем столько жизней потеряли. Так, в этот раз всего одну. Так. Раз квадратик. И два квадратик. О, опять этот лазер. Так, надо посмотреть, как он работает. Ага. Все, я запомнил. Надо нам вот сейчас надо за ним. За ним. А дальше как это, я не знаю. Так, что-то. Ага, вот сюда. Фу. Это был непростой уровень. Смотрите, вон он сидит, красноглазый, смотрит на меня. Как же его победить? Так, ну-ка, может быть, на него надо прыгнуть? Ой, нет, кажется, я... Ой, а я... Стоп. Фух. Опа! Еп. Готово. О, смотрите, красноглазый забрал сколько жизней. Вон, целых два сердечка отнял. Но мы-то знаем, как их восстановить. Нажмем паузу и нажмем уровень заново. Опа! И наши все три жизни восстановились. Три сердечка. Продолжим. Так, аккуратно. Ага, надо прыгнуть. Разгоняемся и прыжок! Ух, еле допрыгнул. Опа! Так. И еще раз! Есть! Ого! Эй, красноглазый! Ку-ку! Ку-ку! Ой, сейчас он приедет сюда. Ку-ку! 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 Ну что ты, алло? Оп, все, взорвется. Ага, я-то знаю. Когда он пикает, надо от него убегать. А точнее укатываться, ведь у шарика нет ног. Он же круглый. Так, это что такое красное? А, это лифт. Так, запрыгнули. Мне, пожалуйста, на последний этаж, на крышу. Опа. Ку-ку, я здесь. Ку-ку. Он меня взорвал. А как же мне тогда от них избавиться? Опа. Опять. Может, мне нужно на него прыгнуть? Опа! Так. Вот как нужно было их побеждать. А я целых две жизни потратил. Ой-ой-ой. Это что такое? Это меня же может раздавить. Так, нужно грамотно подобрать время прыжка. Наверное, вот сейчас.
Повезло. А? Опять красноглазый. Ку-ку, красноглазый! Красноглазый! Ку-ку! Я здесь! Все, прошли. Так, что это за красная кнопка? Что она делает? А, она замедляет. Все, я понял. Нажимаем. Так, а, смотрите, в другую сторону начался крутиться цепь. Сейчас она нам поможет разогнаться. Уи! Есть! Мы отправили следующий уровень. Стоп, машина. Аккуратно. Так. Ага, нажимаем кнопку. Ой, там нас квадрат поджидал. Видели? Так, надо вот сюда. Теперь вот... Стой! Куда ты уезжаешь-то? Вернись! Не подождал меня, уехал. Ха. Так, так. Опа, срочно сюда. И стой, говорю! Я упал. Я так сильно разогнался, что не смог остановиться. Так. Ну какой коварный лифт. А ну, езжай сюда. Так. Оп, да. Стоп, нет, подожди меня. Стоп, 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 стоп. Не спеши. Ну что ты такой быстрый? Не даешь мне на тебя запрыгнуть. Так. Раз. Два. Нет, подожди, давай еще разок. Мне не получается. Так. Угу. Побежали, побежали, побежали. Да как так-то? Как так? Нет, ну вы видели? Я обиделся. Ну как же так? Всего... 7 минут поиграли, и уже все закончилось. Я так хотел поиграть. Придется опять ждать. Ну, ребятки, не получилось в этот раз пройти этот коварный лифт. Это даже не лифт, я не знаю, что это такое. Кстати, если вы знаете, напишите мне в комментариях. Я не знаю, как эта штука называется. Ну, что поделать? Увидимся с вами в следующей серии. В следующий раз мы обязательно пройдем этот уровень и поможем красному шарику. Ну что, ребята, пока-пока! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и хорошего вам настроения! Пу-пи-пу-пи-пу-пи-ду, пу-пи-ду.